Внимание! Трюки, которые вы увидите, выполнены маньяками-профессионалами. Не пытайтесь повторить их сами. Не стойте в открытой машине, едущей со скоростью больше 90 миль в час. А если огромный грузовик, за рулем которого сидит псих, хочет столкнуть вас с дороги, не стоит задирать означенного психа. И последнее. Никогда не пытайтесь обезвредить самодельную термоядерную бомбу, стоящую внутри вышеозначенного грузовика, если не хотите попрощаться со своим панцирем. Черепашки, нельзя с нами. Черепашки, встреч. Раз, два, три, четыре. Ниндзя. Это новый бой. Ниндзя. Он за нас с тобой. Ниндзя. Кто же враг, кто друг. Ниндзя. Они сильнее всех вокруг. Единоборство и подвластны, для врагов они смертельно опасны. Три. Будут с нами каждый день и час. Четыре. Спасая мир, они спасают нас. Снова с нами. Снова с нами. Снова с нами. Черепашки, ниндзя с нами. Черепашки здесь. Раз, два, три, четыре. Ниндзя. Им неведом страх. Ниндзя. Пусть трепещет враг. Ниндзя. По законам чести. Ниндзя. Братья слова в лес. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Черепашки, ниндзя с нами. Волны истории. Как же здесь красиво в это время года. Я рад, что мы уехали из города после всего, что было. А знаешь, тишина, покой, только ты и я. Что именно ты хочешь сказать мне, Кейси Джонс? Окей, ну, знаешь, не пойми не так. Я не хочу никуда торопиться, но, может... Это ерунда! Слишком медленно. Прошу, не обращайте внимания. Разве вы не собирались пойти за яблоками? Это Дон! А вот Майки и Раф говорили что-то о пари. Стой! Яблочко! Хватит. После 20 точных попаданий подряд... Я официально объявляю ничью. Но у нас еще не было раунда вслепую. Забудь, Вильгельм Тель. Мы пришли за яблоками. Надо принести хоть одно... целое. Тихо, ребята. Кто-нибудь, помогите. Помогите мне. Они... У них есть бомба. Город... Чужие. Я не хотел... Не так. Это слишком опасно. Ему прострелили плечо. О чем он говорил? Бомба какая-то. Он побежал сюда. Вижу след. Прикончим его. Бегом! Я останусь и постараюсь помочь ему. А вы уведите их подальше отсюда. Бегом за ним! Шевелитесь! Давайте! Вперед! Давай, давай! Догоним! Взять его! Не знаю, Снок. Охотиться за своим? Может быть, это уже слишком? Не бывает слишком против пришельцев. Вспомни, кто мы. Мы люди против всего внеземного. И как член ЛПВВ, Майкл знал правила. Наше дело пожизненное. Никто не уходит. Ищите, он ранен, далеко не уйдет. А мне нужно закончить приготовление на базе. Мы слишком далеко зашли, чтобы один предатель мог погубить нашу миссию. Ха-ха-ха!
Это правда, пришельцы? Ешь гранаты, космос-лись! Сконг был прав. Вы, космогады, не ушли с Земли. Твой зеленый марсианский зад мой. Оу! Что за... Эй, друг! Тебя мама ничему не учила? Так можно глаз выбить, детка! Мы следим, чужак, за... Ой! Чужак, звони домой! Назад! Не подходи ко мне! Ха-ха, неужели так бывает? Границу не пересекать. Верные члены группы «Люди против всего внеземного». Сегодня мы войдем в историю. Сегодня мы покажем мерзким пришельцам, что не стоит вязаться с людьми. Мы будем действовать. Да, обязательно. Вас кормят ложью. Пришельцы побеждены. Они ушли. Но не верьте. Читайте новости. Пришельцы атакуют в подземке. Чужаки в канализации. Толпа гонит пришельца по Элтингер. Что общего у всех этих статей? Они про чужаков? Нет. Ну, да. Но нет. Что еще? Нью-Йорк-Сити! Точно. Они окопались в нашем городе. И никому нет до этого никакого дела. Пока. Вот последняя надежда человечества. И мы взорвем ее в сердце колонии пришельцев. Точно! Взорвем! Мы покажем! Донни, как? Я сделал для него все, что мог. Его надо срочно везти в больницу. Я отвезу его в коляске. Давай я помогу. А что с бомбой, о которой он болтал? Кажется, я слышал, как их лидер говорил что-то о базе. Надо искать. В общем, я тут пытаюсь сказать тебе, что... То есть, теперь мы... Знаешь, и все... Может, нам пора... Эй! Смотрите, куда едете, леди! Эй, Прил, стой, одну секунду! Да, сами смотрите, где стоите! Кто это сумасшедший Арнольд? Ма, я просил, не называй меня так! Ма, это Эйприл. Помнишь девушка, о которой я тебе говорил? О, правда? Я встретила таинственную незнакомку. Уж и не знаю, сколько месяцев я слышу о твоей невесте. О невесте? Можно сказать тебе пару слов, милый? Ты сказал своей маме, что мы помолвлены? Нет! То есть да. Ты должна понять... Моя мама ненавидит всех, кого я привожу домой. Я сказал это, чтобы заткнуть ее. Я не думал, что она станет искать встречи. Я хотел, чтобы ты понравилась. Правда? Не обращайте внимания. Нам стоит продолжить нашу медитацию в другом месте. Я так и буду стоять под дверью целый день. Не входите, миссис Джонс. Тут беспорядок. Ничего страшного, детка. Если хочешь жить в свинарнике.
Отлично. Этим дурачкам надо бы поучиться заметать следы. Не забывай, эти дурачки играют в опасные игры. И мы не знаем, сколько их тут. Что ж, значит, вперед! Мне очень жаль, Эйприл. Моя мама достанет кого угодно. Я вовсе не злюсь на твою маму. Просто у нас с ней не заладилось. Давайте я помогу вам. Не надо. Я пока еще не старуха, чтобы свой чемодан не поднять. Извините, я просто... Ну, раз уж ты хочешь быть полезной... Миссис Нотград, соседка, дала мне 10 корзин яблок. Можешь оттащить их в амбар. Я помогу, мама. Нет. Ты поедешь в город за покупками. Список в машине. Я не доверяю деньги чужим людям. Эй, минутку, я... Помочь? Теперь я знаю, в кого Кейси такой доставучий. Свою маму. Не принимайте все на свой счет, мисс О'Нил. Родители иногда слишком заботятся о своих детях. Это точно. Игре конец, пришелец! Эуи! Больно! Пожалуйста, миссис Джонс, все на своих местах. Я вижу, милая, но надо чистить. Я с радостью почищу их. Да, и постарайся уж не помять. Этой женщине не угодишь. Въезд в больницу. Неизвестный мужчина, ранение в плечо и множественные переломы. На каталку. На счет три. Раз, два, три. Прости, что я бросил тебя, друг. Но ты в хороших руках. Бомба уже готова. Почему патрули не отчитались? Вовремя они. Что с... Нас атакуют! В укрытие! Берегитесь! Берегитесь! Бежи! Ищи глазами все, что похоже на бомбу. Это подходит? Не прикасайся! Это не просто бомба. Это термоядерная бомба. И она заряжена. А зачем этим маньякам такая штука? Убить пришельцев, то есть вас.
мерзкие пришельцы. Думали, помешают мне разбить вас в Нью-Йорк-Сити. Но не выйдет. Не понимаю, о чем это ты? Можете отрицать. Но ничто не помешает мне сохранить эту планету только для людей. Ничто. Слушай, ты веди себя разумно. Обезвредь эту штуку. Лучше станьте хорошими пришельцами и съешьте это. Мы уничтожим пришельцев всех до последнего. Я стал неудачником. Но я рад, что Майки не видел, как мы упустили этого парня. И теперь мы его не поймаем. Никогда не говори никогда, Донни. Пожалуйста, почищены и вымыты. Ты почистила все? Мне нужна была дюжина для пирога. Расточительно. Что ж, можно будет пустить на сидр, пока не сгнили. Послушайте, мне начинает надоедать, что вы отдаете мне приказы. Я предпочла бы, чтобы меня воспринимали как женщину, которой не безразличен ваш сын. Я достойна уважения. Твой негатив, милая, поможет выжать яблоки. Ладно, будем готовить яблочный сидр. Эти пришельцы снова хотят меня остановить. Я покажу им. Никто не остановит людей против всего внеземного. Что ж, тебе пора выходить. С каких пор я выполняю трюки? Это твоя специальность, Раф. Тогда вперед! Ой-ой-ой-ой! Он жмет на газ. Самый крутой среди байкеров. Он черепаха, и он... Вау! Ай! Эй, братья! Ой! Ладно. Мне осталось только убрать плутониевый заряд. 90 миль в час, и маньяк сидит за рулем. Вот так-то. Приятной поездки, пришельцы. Помнишь меня? Вы меня не остановите. И никто меня не остановит. Осторожно! Надо разрезать нужный... Оу! Это не тот провод! Боб активировалась! Беги скорей! Кавабунга! Раф, ложись! А разве мы не должны были испариться? Это был не ядерный взрыв. Я вынул плутониевый заряд. Но из-за твоих сумасшедших гонок я случайно перерезал не тот провод. Надеюсь, власти не откажутся от подарка, который ты им оставил. Эй, вас подвезти? Привет! Как тут у вас дела? Мы с твоей мамой пока друг друга не убили. Пока. Арнольд Кейси Джонс. Я могу сказать только одно. Мне нравится эта девушка. Она прошла силовой тест, тест на терпение, тест на выносливость
и тест на уверенность в себе. И она делает отличный яблочный сидр. Вот, пирог и сидр, милая. Спасибо, миссис Джонс. Зови меня, ма, ты заслужила. И не вздумай мыть посуду. Арнольд вымоет после того, как поможет мне в саду. Послушай, мама, я должен сделать признание. Мы вовсе не помолвлены. Ох, Арнольд, ты думаешь, твоя мама сама не догадалась? И, кстати, не обязательно говорить сейчас, но однажды я хочу услышать историю об огромной крысе и гиганте-черепахе. Создатели истории персонажей Кевин Истмен и Питер Лэрд. Исполнительные продюсеры Гэри Ричардсон и Фредерик Фирст. Продюсер Сара Несбит. Композиторы Ральф Шакет, Расти Эндрюс, Джон Энжье, Марк Бейдинг, Лоу Картелецци, Джоэл Доек, Джон Питерсон, Пит Скатура, Джон Сейглер, Джон Ван Тонгерен и Рассел Веласкес.